пациентка молодая, поступила к нам в Одрек с выраженными жалобами на головокружение, головную боль. Она с ними ходила месяц, пока наконец-то она не добралась до МРТ, и на снимках мы не обнаружили большое новообразование мостоможечкового угла задней черепной ямки слева, которая занимала фактически место всей гемисферы мозжечка. Это так называемая гемангиобластома, доброкачественная опухоль, которая при радикальном удалении, при благоприятном стечении обстоятельств не требует дополнительной адъювантной терапии, и после операции можно рассчитывать на хороший результат по жизни. Хочу сказать, что патология эта достаточно частая, и у пациента в возрасте старше среднего она, как опухоль внутримозговая, составляет 60% всех опухолей, которые расположены в области задней черепной ямы, а фактически в мозжечке. Операция прошла довольно успешно, быстро. Мы вложились в 1:20, и, в общем-то, я думаю, что результат будет благоприятный. Головные боли у нее значительно уменьшились, как бы координация вернулась в норму. Она была довольна, счастлива и улыбалась. Как бы, и оставался вопрос только в одном — в гистологии. Мы ее ждали 10 дней, и наконец-то пришло заключение, та самая гемангиобластома. Это такой, можно сказать, праздник, потому что с таким диагнозом мы говорим о том, что эта опухоль раз и навсегда была удалена, больше никогда не вернется, и пациентка забыла об этом и будет жить счастливой жизнью. Хочу сказать, что в клинике Одрек собралась очень мощная, хорошая команда нейрохирургов. Это действительно подкупает. Мне очень приятно работать с этими людьми. Я иногда могу быть полезен своим советом, поделиться своим опытом. Что касается оборудования, я хочу сказать, что сейчас есть возможность выполнять это все на хорошем уровне. В клинике Одрекс есть известный нам хорошо новый микроскоп 700-й Варио Карл Цейс. У нас есть возможность работать с помощью трепана Страйкер. Тут есть аппарат Зеринг ультразвуковой и весь набор инструментов, необходимых для сложных, высокотехнологичных нейрохирургических операций. Я как бы не вижу препятствий, не вижу границ, не вижу шор для того, чтобы можно было сказать, что с чем-то тут нет возможности справиться. Всегда хочется донести это до пациента из Украины и заверить, что уровень нейрохирургии, в частности, сейчас в Украине достаточно высокий, он только набирает силу, и мне приятно иметь к этому непосредственное отношение.